добрый день всем, кто заглянул на мой канал. Меня зовут Регина, я нахожусь в юге. Сегодня завоз. Эти орхидеи, они еще не проданы, то есть это на свободную продажу орхидеи стоят. И что здесь стоит? Внимание всем самарцам! Здесь стоит дикий кот. Так, их тут, по-моему, два. Вот второй еще вижу, вот. Еще и третий есть, вот стоит третий. И эти коты идут в миксе, то есть они пришли в миксе, это значит перемешка, вот все эти орхидейки в перемешку, обычные стандартные фаленопсисы, вот это и называется микс, то есть не как сортовые, а просто в перемешку. И в миксе они стоят 680 рублей, так что вот так вот. Есть коты по 680, ну почти 700 рублей. И всего 3 штучки. Ну и также здесь же, в этом же миксе, вот такая красота. Рыженькая красота. Вот он. Красавец какой стоит с большими листьями. Беглипчик стоит. Сейчас покажу беглипчик тоже. Так, ой, на место бы его поставить. Что ж такое? Возьмешь из палетки, а в палетку уже не засунешь. Стоят претории, красотки. А вот стоит претории и стоит в такой же цветовой гамме, но уже другой фаленопсис. Стоит тарина. Ой, это не тарина, это равелла. Тарина стоит в другой стороне, он тоже есть. А это, оказывается, равелла. Я его с другой стороны приняла за тарину, потому что он там желтенький. Сейчас я и тарина покажу. Вот он, тарина прекрасный. Кстати, тарина что-то стали редко завозить. Раньше привозили прям... Частенько, ну, часто так бывает, определенный фаленопсис привозит, а потом все реже и реже, или наоборот, прям резко он куда-то пропадает. Ну, рядом с тариной стоит вот такой очаровательный полосатенький фаленопсис. Сейчас я его в другую сторону поверну, так, пошуршим немножко. Вот этот красавец. Два полосатика стоят рядышком. Желтенький и розовенький. О, где ж тут не один? И много привезли вот этих красоток. Посмотрите, какие они с этой стороны красивые. Что называется, красивые со всех сторон. Их прям в этом привозе много. Ой, это же пандочка. Да, это панда. Мне кажется, это панда. Отпишитесь, пожалуйста, если что. Права я, не права. Вот у нее... Сыпали раскрашены, рассвечены. Я просто не сразу ее узнала, но просто не у всех у них такая расцветка. Этот фаленопсис прям яркий. У этого прям щечки такие вот яркие, а у этого пятнышки. Ну, они вот разные, но он роскошный. Роскошный прям. Такая у него гроздь, как виноград. Бутоны. Чудесный фаленопсис. И вот их много. С огромными цветами стоит белый. Просто огромные цветы у него. С чем бы его... Ну вот с пандой сравниваю. Вот посмотрите, вот. Ну, даже если это не панда. Вот, посмотрите, вот справа, как бы с другой стороны надо цветочек. Ну вот. Вот для сравнения. Вот видите, какая разница в цветах. У него одна, у белого, одна петалия, как вот целый цветок этой пандочки. Огромный цветок. И вот они, вот несколько цветов на нем, они все огромные. Так, ну это розовенький, стоит пыльный розы цвета,
Орхидеечка. Вот такая красотка. Ну, я так и путаю. Но так я и не уверена, Нарбонна это, не Нарбонна, но это или что-то для Asian, что-то там Asian, азиатский коралл, не коралл, такое какое-то название есть. И вот она тоже тут не в единственном экземпляре. Так, я что-то быстро на эту сторону пришла. Сейчас снова вернусь, откуда пришла, потому что, мне кажется, я что-то пропустила. Так, желтенький с малиновой губой. Рядышком еще один беленький, но уже не такой крупноцветковый. Хотя, может быть, потенциал у него есть, кто его знает. А, я же вам беглипчик не показала. Вот он. Вот он хорошенький. Вот он, малыш. Беленький, с нежной, розовенькой губой. Даже губа даже не розовая, просто розовиночка есть на губе. Он один-единственный. Ну, во всяком случае, пока я беглипов больше не вижу. Так, желтый с малиновой губой есть. Красавец. Сейчас осмотрюсь. Цветочек мутант, без губы, с двумя сыпалями. Это вот дальние вот эти вот лепестки. Вот. Раз, два. Вместо трех. И без губы. Вот такой вот мутантик. Сейчас у меня... Так, и еще стоит Phalaenopsis Black Stripes. Сейчас я поправлю ему. Вот он черненький красавец. Ну, он не черненький, конечно, но он такой зебра, зебра, зебра. Ну, хотя название переводится как черные полоски. Очень красивый Phalaenopsis, очень яркий. Кстати, там что-то яркое стоит в уценочке, между прочим. Я подойду и посмотрю еще, что там у уценочки. Стоит Феррара с волнистыми листьями. Так, а там, а нет, там до этого желтый показывала, это была не Феррара. У декурмовских, слава богу, такие корешочки хорошие, что вот хочу повернуть в палетке, хочу приподнять, но не получается, прям крепенько сидят. Еще одна пандочка. Кстати, вот этот Phalaenopsis, он тоже крупноцветковый довольно. Не такой, конечно, не такие огромные цветы, как у того белого, который я показывала, но он крупноцветковый. Да. Вандочка здесь еще висит. Пока висит. Здесь уже атмосфера Нового года. И тут стоят очень высокие Phalaenopsis'ы. Очень-очень. Ну, не очень, но высокие. Высокие. Ну, намного выше тех стандартов, что я до этого показывала. Белые Phalaenopsis'ы от Optiflor. Но как-то в одном из обзоров были еще выше. Прям с меня ростом были Phalaenopsis'ы. Эти пониже. Вот беленькие. Такое белое облачко. Не знаю, сколько они стоят, но они стоят, по-любому будут стоить дороже. И, кстати, я спросила цену, эти беленькие красавцы стоят 1350. Они с двумя цветоносами. Красивые. Красивые экземпляры очень. И горшочки у них небольшие. Так, я шла в уценочку. А в уценочке стоит, до сих пор стоит Phalaenopsis, который с надписью Чэнгду. Вот этот вот. Уценка 50% от цены. Так, стоит Мельтониопсис, темненький. Мельтониопсис стоит 690, ну почти, ну 700 рублей почти. То есть минус 50% минусуйте. И стоит вот такой вот Phalaenopsis декорумский. Ой, сейчас я его достану. А, ну он такой вот покоцанный просто, уже у него товарного вида нет.
Так, что-то тут у него с листочками, может быть, его кто-то жрет, а может, не жрет. Это надо посмотреть. Нет, по-моему, он просто покоцанный. Он, наверное, просто подмерз, судя вот по этим местам на листьях по бокам вдавленным вот этим вот. А эти полосочки, это механическое, это никто его вроде не жрет. Он замерз в дорожке. Ну и цветочки уже подвидают, потому что его не поливают уже. Вот стоит в оценочке. Он с одним цветоносом, я думаю, что он тоже стоил 700 рублей. Ну, 680. Ну, значит, тоже минус 50%. Красивый фаленопсис, очень красивый. А вот мне интересно, ну, тут еще и обложечка порвана. Интересно, есть ли название на горшочке? Сейчас я достану, посмотрю. Да, название на горшочке оказалось название. Это decoration. Вот такая декорация. Яркая, красивая декорация. И стоит также тут, и до сих пор стоит вот этот вот зиг. Добрый день. Гром, я не знаю. Он тоже стоит 700, стоил 700 рублей почти. Ну, я его уже несколько раз показывала, этот зиг. Так, ну, фаленопсис жалко. Жалко, возьмите кто-нибудь фаленопсис. Я бы и сама взяла. Но у меня уже совсем с местом. С местом совсем ужасно. Так, это все тоже, что стоит в оценочке. Так, окинем. Окинем. Вот антуриум есть. Кто любит антуриумы? Я знаю, многие любят антуриумы. Так, брезии. Ну и на этом прекрасном Тарино я закончу свой обзор. Если он вам был интересен, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, нажимайте на значок колокольчика, чтобы не пропустить какие-то из моих видео, потому что я выкладываю много интересных видео и пересадки, и борьба с гнилью, и цветение, и обзоры цветения. Вчера я выложила свой видео о своем дендробиуме Берри Ода, так что заглядывайте. Это я в этом видео рассказываю и о том, как я за ним ухаживаю, как он у меня цветет сейчас замечательно. Так что заглядывайте на канал, заглядывайте в мою группу ВКонтакте, ссылочку на нее найдете под видео. И всем пока, до новых встреч!